Рязанская береза может отправиться в Севастополь, чтобы представить регион на Аллее России. Каждый из 85 субъектов должен будет выбрать одно растение, которое высадит на полуострове. Голосование начнется на сайте Всероссийской патриотической акции «Росприрода.ру» с 1 июля. Рязанская область будет выбирать между березой, кленом и сосной. По мнению представителей регионального министерства природы и экологии, борьба за березу среди российских регионов будет серьезная. Ненецкий автономный округ выставил сразу двух кандидатов – березу извилистую и карликовую. Но у Рязани есть существенное преимущество. За нас Есенин. Рязанский поэт воспел березу в 47 стихотворениях, сделав ее символом такой большой страны, которая в этом году расширила свои границы.